Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня я вам расскажу про две новинки от Oriflame серии Love Nature. Вышла маска увлажняющая с маслом семян граната, и второй продукт — это скраб для лица с органическими, с маслом семян клюквы. Ой, я уже запуталась, что там в составе. Да, масло семян клюквы. Итак, давайте немножечко поподробнее. Первая маска, она увлажняет. Помимо граната, здесь в состав входит еще и красная водоросль. Эта маска обладает антиоксидантным эффектом. Она в виде геля, я сейчас все буду пробовать. А скраб, он не только с маслом семян клюквы, а еще и с миндалем. На 95% здесь натуральный состав. Итак, давайте пробовать. Если маску мы наносим на очищенную, просто сухую кожу, я прям лопаточкой нанесу на половинку, и, наверное, мне будет удобнее, да, вот сюда наносить. То есть я могу так прям на лопаточку выдавливать небольшое количество и распределять по коже, кроме зоны вокруг глаз. Смотрите, она как водичка. То есть если ее сравнивать с какими-то масками, то я даже не припомню, чтобы были такие жиденькие масочки, такие ласковые и нежненькие. У нее аромат просто, ну просто невероятный, настолько вкусно. У нас всего вышло три новинки, но так как я одну не получила, я про нее не рассказываю. Вот такая вот классная увлажняющая консистенция. И я с ней буду ходить 10 минут. Можно больше ходить, потому что увлажняющая маска, она не навредит точно. Если говорить про маски очищающие, то за ними нужно следить, чтобы не пересушивалась маска, потому что если маска сохнет, стягивается, она наносит больше вреда коже уже, чем пользы. Итак, я оставляю эту маску, буду наслаждаться вкуснейшим ароматом, а вам сейчас покажу, как работает скраб. Скраб мы наносим на чистую кожу, и кожа должна быть увлажненная. Кстати, обратите внимание, что в этих тюбиках по 30 миллилитров, потому что в серии Love Nature у нас еще есть коллекция масок, и у нас они идут по 75 миллилитров. То есть я увлажнила кожу, увлажнила, и смотрите, тут очень густая консистенция, мармеладная такая, смотрите, прям как мармеладик, и мелкие-мелкие отшелушивающие частички. Поэтому я прямо пальчиками нежненько делаю такие вот ласковые движения. Особенно чем кожа старше, тем более нежные должны быть все уходовые средства. И даже скрабы не рекомендуется использовать. Тоже очень вкусненько пахнет, но не сравнить по силе и яркости аромата с маской гранатовой, я ее так буду называть. И вот сразу пошло тепло. Я это заметила, даже когда я на руку наносила первый раз этот скраб, я заметила, что у меня кожа как бы вот реагирует. Ну вот не то, что я не могу сказать, что она прям горит, как от маски с органическим овсом и ягодами годжи, но тепло все-таки какое-то присутствует. Может быть, это от того, что я делаю легкие такие движения тру. Вот такая прелесть. И вот так ласково, нежно кожа должна быть увлажненная, чтобы не, опять же, не навредить. Вот скраб нужно сразу смывать. То есть если я с маской сейчас останусь еще на 10 минут, то скраб я сейчас просто смою, и потом я вам покажу результат, что получится, когда смою вторую половинку маски. Масочки я смыла, вернее маску и скраб. Какие у меня ощущения? Давайте расскажу немножечко про скраб. Его очень приятно было, то есть было приятно использовать, и когда я его смывала, то он смылся очень легко, и осталась вот чистая мягкая кожа.
А маска гелевая, увлажняющая, она, кстати, смывается не так-то и просто. Мне приходилось много раз вот водой намывать, намывать, поэтому ее я тоже бы рекомендовала смывать специальной губкой или салфеткой сначала снять маску, а потом уже смыть остатки. И еще у меня было ощущение через какое-то время, когда я вот отключила видео и 10 минут ходила с маской, у меня было ощущение, как будто бы она мне чуть-чуть печет. Но вот как видите, следов никаких не осталось, и просто кожа мягкая, нежная и немного, мне кажется, даже стала розовенькая, такая свежая кожа. Маски мне очень понравились. И что я еще вам хочу сказать, я маски делала раньше, вернее, маску и скраб, и после применения специально не наносила крем на кожу, то есть ни тоник, ни сыворотку какую-то, просто ничего. Мне было интересно посмотреть, что мне скажет кожа, будет ли желание или ощущение стянутости, желание быстрее нанести что-то увлажняющее. Было очень комфортно, меня это порадовало, поэтому масочки вам тоже рекомендую. Продукты классные, новинки просто отличные, и мне нравится, что небольшой объем использовали, и можно что-то другое заказывать, потому что у меня масок очень много, бывает, что я даже не успеваю их все использовать. Если видео полезное, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы сами уже маску и скраб попробовали, пишите свои отзывы, понравилось, не понравилось. Если не понравилось, пишите, что именно не понравилось. Да, все обосновывайте. А я вас благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!